Здравствуйте, меня зовут Вадим, и сегодня мы поговорим о луке Марк Сильвер. Давайте рассмотрим, из чего состоит набор Марк Сильвер. Непосредственно из самого чехла, нижней защиты лука, верхней защиты и поддержки тетивы, бамбуш и непосредственно самого лука Марк Сильвер. Давайте же теперь натянем сам лук. Снимаем колпачок. В процессе натягивания он нам уже не понадобится. Прячем его, но не теряем. Используем правило правой руки. Переступаем лук правой ногой. Смотрим, чтобы нижняя и верхняя часть были равномерно расположены сверху и снизу коленки. Легким движением сгибаем лук и одеваем тетиву на верхнюю ножку. Лук готов к использованию. Давайте же рассмотрим, из чего состоит лук Марк Сильвер. В первую очередь это рукоять. Она может быть цельной, одноцветной, либо же композитной. Все зависит от вашего желания. Также на этом луке используется прозрачный ламинат, который дает возможность наблюдать естественную структуру дерева. Замечу, что в предыдущих луках это был черный ламинат. Это был просто двухцветный, максимум трехцветный лук. В данном моменте вы можете играть с рукоятью и четко видеть красоту исполнения дерева. В луке Марк Сильвер используются плечи из ясеня. Также в этом луке присутствует эргономичная рукоять, что очень удобно во время удержания лука. Также есть прицельное окно, которое позволяет более точно и стабильно производить выстрел. Какой же длины бывают эти луки? Данная модель это 58 дюймов, также есть модель 60 дюймов. На этих луках допускается вытяг в 30 дюймов. Также было две модели 62 и 64 дюйма, на них будет допустимо 32 дюйма. Всем спасибо, хорошего настроения, хорошей стрельбы, подписывайтесь на наш YouTube-канал.